Первые малыши 2018-го. 215 детей родились в Люберцах с начала этого года, в их числе 4 двойни. 9 малышей появились на свет 1 января, 14 в большой церковный праздник Рождество Христово. Об этом нашему корреспонденту рассказала главный врач областного центра охраны материнства и детства Татьяна Мельник. Если первым в новом году родился мальчик, значит, год будет хороший. Сотрудники Люберецкого роддома этой примете верят и не раз проверяли ее. Вот и 2018 обещает быть успешным. 1 января на свет появился мальчик весом 350 и ростом 52 сантиметра. А уже после него в этот же день родились 8 малышей. По словам Татьяны Мельник, в прошлом году они также радовались доброй примете, и она сбылась. Я считаю, что год у нас прошел хорошо, и мы вышли с хорошими показателями. Основными показателями это смертность новорожденных детей, выхаживание детей от 500 грамм до 1,5 килограмм. Это считаются новорожденные дети с экстремальной массой тела. В этом году мы выходили двух деток с массой тела 480 грамм и 460 грамм. Всего в 2017 году в Люберцах родились 5418 детей. Татьяна Мельник сравнивает эту цифру с 2016. Тогда городской округ вошел в тройку муниципалитетов, где за год на свет появилось более 6000 малышей. По мнению акушера-гинеколога, снижение рождаемости связано с несколькими причинами. Одной из причин того, что снизилось количество родов, это как раз то, что сейчас в детородный возраст вступили те дети, которые родились вот в этот знаменитый русский крест. Тогда, когда рождаемость у нас резко упала, а количество абортов резко возросло. И вот этот знаменитый русский крест, вот мы сейчас имеем последствия. Отдельно главврач остановилась на теме бэби-бокса. 31 декабря в так называемое социальное окно положили еще одного младенца. Этот мальчик стал 40-м по счету ребенком, оставленным в колыбели за все время ее существования, а именно с конца 2013 года. Луиза Егиазарян, Дмитрий Родзянко, телеканал ЛРТ. Привет, я Анна Троян, вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на Ютубе и ставьте лайки. Будьте в курсе самых важных событий.